Проверка газовых плит производится раз в год представителями Межрегионгаз Пермь. Как правило, о своем приходе специалисты предупреждают за пару дней, как жители, так и управляющие компании. Если к вам пришли неожиданно, то стоит проверить личность якобы специалиста. Наши специалисты обеспечены специальной одеждой с логотипами компании «Газпром газораспределение Пермь». Также у них есть удостоверение с фотографией, подписью, там, печатью. Поэтому рекомендация жильцам просить удостоверение у человека. В крайнем случае набрать 104-04. По итогам проверки специалисты оставляют вам документы и чек, ведь процедура обследования газового оборудования платная, стоимостью до 700 рублей. Добавим, ряд жителей после такой проверки может оформить компенсацию на замену плиты. При выявлении нашими специалистами неисправности и не ремонтопригодности оборудования мы оформляем акт об отключении, такой акт предписания, с которым квартиросъемщик может прийти в территориальное управление Министерства социальной защиты Пермского края. И лимит установлен в 15 тысяч рублей. Кроме того, до 31 августа жители частного сектора могут оформить компенсацию в размере не более 100 тысяч рублей на дегазификацию домовладений, покупку и установку газоиспользующего оборудования. Для получения субсидий необходимо обратиться в социальную защиту населения. Телефон для справок на ваших экранах. Получателями адресной помощи могут стать участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, инвалидов Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи и малоимущие жители. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».